улица с известными одесскими заброшками в центре города начнет свое перевоплощение. На Деволановском спуске заменят сеть электрических кабелей. Отмечу, капитальный ремонт улицы от карантинного спуска к Еврейской стартовал в декабре прошлого года. Деволановский спуск – одно из самых заброшенных мест в Одессе. Настоящая разруха и позор в сердце исторического центра. Обсуждались вопросы состояния зданий на Деволановском спуске, количество людей, проживающих в этих зданиях, собственников частных зданий пытались определить. Дано поручение райадминистрации проинвентаризовать количество жителей в жилых зданиях, разобраться с возможностью дальнейшей эксплуатации этих зданий. Также обсуждался вопрос сохранения брусчатки на Деволановском спуске. Реконструкцию планируют завершить в конце 2022 года. Напомню, что годами власть не спешила наводить порядок на Деволановском спуске, мотивируя это невозможностью договориться с владельцами недвижимости, расположенной на этой улице. По словам чиновников, к консенсусу пока не пришли, однако это почему-то не помешало начать реставрационные работы.